Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой», профессионал на рынке металлопластиковых окон. В прошлом году на пересечении улиц Пугачева и Гребнева была сделана обрезка тополей. Как видите, ветки не убрали. Но вот в чем дело. К веткам сейчас добавился бытовой мусор. Как видите, место это заваливают. Грязно, некрасиво. Убирать нужно. Такое, к сожалению, у нас происходит очень часто. Если ветки не вывести вовремя, место превращают в свалку. Поэтому с мелочью этой лучше не затягивать. Возле этого колодца по улице Пугачева мы были несколько раз. Одна лишь разница. В прошлый наш визит он был открыт. Как видите, сейчас здесь есть крышка. А значит, мелочь эта исправленная. Ну, наконец-то, у здания нашей телекомпании чистота и порядок. Напомню, здесь была огромная свалка. А все произошло из-за того, что управляющая компания «Гарант Комфорта» отказалась от ее обслуживания. Как видите, здесь появились новые баки, а вокруг чистота. И очень хочется верить, что к этой мелочи мы больше возвращаться не будем. Рубрика выходит при поддержке компании «Фабрика окон Нагорной». Акция «Немецкий профиль» по цене российского. Телефон 2-36-36. Рубрика «Мелочи жизни» выходит при поддержке компании «Современный стиль». Автоматические ворота, стальные двери, металлопластиковые окна, балконы, лоджии.